Глава центральных районов Ярославля покинул свой пост. Сегодня Георгий Гудыма написал заявление на увольнение по собственному желанию. При подаче документов в мэрию пояснил, решение принял в целях безопасности своей семьи. Он считает, на него было совершено нападение. Накануне в доме на улице Первомайской, где Гудыма снимает квартиру, произошел пожар. Добавим, по нашим источникам, обращений о покушении в полицию от экс-главы не поступало.